Смока. С диффузами я хотел подчеркнуть, то, что Чоппер играет со Смоком. Открывается сам Дайян, пошел минус также от дисбаланса. И будут, судя по всему, выбивать. Однако Мэггикс не преклонен под коврами. Есть по нему информация, он делает еще один минус. Борис! И падает. Да, вроде бы неплохо контролировали, точнее пытались ситуацию на карте Нави, но... Откидывает молотов, там уже красный игрок команды NotusWinzera падает флейми. Начинается заход. Тут же ID Balance, все перекрыто. Посмотри, моликами все выжжено. Проблемы у Нави. Так, Бумыч делает минус. ID Balance врывается, забирает Бумыча. Тут же прилетает от Симпла. Симпл наваливает так же, как и Перфекта. 2 в 2, 2 в 1. Уже мир остается. И тут же он падает. Какой переворот от NotusWinzera при этом в выходе. Флешка на КТ, попытка ворваться. Сам Дайан, Хеджикс в яме, пока что его не чекают. Дает поставить бомбу и при этом проигрывает перестрелку Перфекта. Фантастика. Нежели тиммейтом. Итак, Мир, попытка играть агрессивно в зигзаге. Уже тиммейт пострадал, Бумыч. Карта достаточно сложна. Там он наваливал, дай боже. Здесь у нас бесконтактный бой для Бумыча. Просто буквально ухом выходил он на своего оппонента. И это слишком легкий фраг был для Виктора. Тут же еще один минус. Затишье на карте. Интересно, что Спирит решили укрепить все-таки Бэфлен. Там два игрока. Ай, дисбаланс никого не увидел. Есть инфа по Борису. 2 в 3 сейчас ситуация для Нави. Нужно поставить бомбу. Для экономики это очень важно. Отлетает Борис. Янг. Попытка спасти этот раунд. Перфекта. Перестреливает Чоппера. Витя один против двоих. Перекрестный огонь Нави обеспечен. Ну, знаешь... Рожденные побеждать подобные ситуации должны забирать 100 из 100, но первый минус от Виктора имеется. Забирает флейми на сэндвиче. Перфекта 29% здоровья. Отсутствие дефьюз китов у Самдаян. Мороз не и раз это меня спасал, говорит Илья. Мороз не раз меня спасал, но тем не менее находит диффуза. И это уже попытка. Перфекта понимает, что сейчас уже где-то нужно открываться. Не успеет. Не успеет. Все, теперь понятно. Ну, бомба пока лежит, бомба не стоит. Электроник делает минус по сам Дайангу, мир включается. 3 в 3 ситуация, открытие на шорт. Дэмэджа, по сути, надежда только на ID Balance. Есть снайперская винтовка, есть дефьюз киты. Была снайперская винтовка, дефьюз киты остались, конечно же, на полу. Открываются первыми, да, то есть часто есть какой-то позитив в виде энтри фрага. Как и здесь, Бумыч делает минус по сам Дайангу. Перфекта закрывает сейчас поджим со стороны базы Б. Он же Борька последний. Давайте посмотрим, наверное, за ним. Борис. Ай, хороший минус. Второго забирает. Я бы не шутил с этим парнем. Ну вот знаешь, как... Внимание, ему это удается. Чоппер соло на Б. Начинается заход от Нави. Бомба здесь. Пошел выход. Чоппер одного не выпускает. Дальше тут же приходит на размены с МДНГ. Падает эта электроника. Все, перекрыто. Можно идти на сейв. Очередной сейв, но при этом... Полетели гранаты, флешечка. Вот он выход. Чоппер делает минус. Есть размен плюсовый для Натус, для Спирит, простите. Выпало. Не рановато ли? Рановато. Бомба выпала. Флэми делает минус по Борису. Все, Нави этот раунд точно не возьмут. Ну, Спириты все-таки смогли прервать серию в 11 раундов, но опять же... Он стоит под коннектором, но куда же будут атаковать Нави? Врыв от мира, проигрывает перестрелку электронику, уже 2 в 2. Ну и выход на базу Б. Посмотри, а там нет никого. Так, Мэджикс наваливает каким-то чудом. Он просто делает этих два минуса, и команда... Точнее, Спирит. Ну и что, выход на позицию Апунта. Симпл, первый, второй. Как же жестко выключает Саша. Но выход до открытия смоков, и это проблема. Симпл продолжает наваливать. Уже трипл килл от него. Сам Дайан и Мир остались против всех. Симпл, квадрокилл. Прекрасно должны понимать о том, что таким образом действовать нельзя. Так, залил на 30. Симпл делает минус по сам Дайангу. Ну и тут же Бумыч еще и отвечает. Два фрага от него по коврам. Электроник, он в маркет. Там красиво баня этот байтит электроник на Перфекта. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же разобрались. Электроник Перфекта по минусу. Мир наконец-то отвечает, забирает электроника. Мир, второй минус зигзаги. Перфекта по-прежнему жив. Опорник базы Б. Очень важно. Ну, выиграть эту перестрелку против ID Balance было крайне сложно. АК-47 против Фармгана. Саша, Симпл один против троих. Первого подловил. Куда лезем, кричит Симпл. Один в два против ID Balance. И сам Дайанга, я бы не шутил с этим парнем. Есть инфа по одному для Симпла. А второй на машине. Симпл это тоже приблизительно понимает, в какой зоне может находиться оппонент. Первый пошел, чекает машину. Есть инфа. Неужели он это возьмет? Да, он это берет. Ну как так? Ну Спирит, ну не гоните один в три. Ну что это такое? Леха, это было похоже на какой-то крик истерички. Но Саша просто доказал, что он... Позиция. Ну Симпл
Приходит в маркет, какой тайминг, он не успел заметить. Спирит начинает заходить просто под флешку, перфекта отлетает. Тут же Симпл флэми делает по минусу. 3 в 3 ситуация, по Симплу была информация, было бы неплохо его изолировать. Ну вот как разобраться с Симплом? Симпл сбивает мира. Чоппер на размене, 2 в 2. 35 секунд до конца, бомба по-прежнему не стоит в коврах, в спине. Есть игрок, электроник на зигзаге. Элик, надо жить, надо ждать Думыч, электроник. Погибает. 11 хп было у Чоппера, уже трипл килл для него. Так. Видел первого. Есть да, информация по второму. Но Чоппер красный, 11%. Разобравшись с Айдис Б, он там Бумыч! Ну, практически простил только что Айдис Бэлланса, но со второй попытки наказал. Итак, Бумыч. Чоппер. Ну. Очень тяжело будет. Ой, опасненько. Ну что, Чоппер против Бумыча. Ждать просто! Не ведется Чоппер. Про не фейкуют. Про не фейкуют. Нет дефьюз китов у Бумыча, но он не успел. Красиво действует Нави. Подсадка на джангле. Сквозь смоки пытался действовать Саш Симпл, но опять-таки же не все получается. Ой-ой-ой, перфекта 1 в 2. Подобрал АК-47, слышит под собой Айдис Бэланс. Маков только один дым у Айдис Бэланса. Очевидно, что его лучше всего бросить на джангл. Но здесь это было слишком опрометчиво. Драконье логово. Попытаются удивить. Вот. Финальный аккорд. Смотрим молотовы. Флешечки, смока нет. Флэми не мажет. Бумыч так же делает минус. Ой-ой-ой, 2 в 4, 1 в 4. Последний Магикс. Он играет в П-доме. Есть по нему информация. Боря не сдается. Ставит отличный хедшот, но этого мало. 16-9. Команда Natus Vincere выигрывает карту Демираж. И напомню, что это был их выбор. И это быстрый выход на длину. Бумыча серьезные проблемы. Под флешку четко работает Айдис Бэланс. Сведу. Так, Симпл. Ну, вот с первого патрона сделать это будет крайне сложно. Падает перфекта. Флэйми последний. Сражается как лев, но хватает всего-то навсего Егора на моменталочка. Решил не отворачиваться, но за это поплатился жизнью. Пытаются рефра... О! Илья! Так и ездить. Задушили Самдаянга. Сделает еще, возможно, минус. Ой-ой-ой, как же жестко. Ну и тут уже был готов к этому врыву Magix. Напор от команды Spirit. Итак, выход по зигзагу. У Мира серьезные проблемы. Тем не менее, находит электроника. Флэйми, скорее всего, не проверят. Догадываются. Ой-ой-ой-ой-ой. Егор Васильев двоих забирает. 30 секунд до конца. Ну что, надо проходить. Итак, под шифтом. Проход по длине. Саш Симпл подсадили. Видит первого, забирает Мира. Так называют эту позицию часто гитрайт. Также ее называют. Есть размен. Чоппер делает минус на бусте. Бумыч забирает Мэгикса. Это информация. Электроник делает минус. Один в один ситуация. Чоппер против Бумыча. 15 секунд до конца. Нужно одному из игроков проявить геройство. Это был Леонид Чоппер. Вроде бы все логично. С учетом того, что счет 5-0. Саш Симпл. Два минуса на зигзаге. Вот она агрессия. Будет только флешка от тиммейта. Хаешка пошла в яму. Нужно двигаться, ребята. Нужно выкуривать этого Ямыча. Но Ямыч... Мы привыкли называть Ямыч непобедим. Продолжает... Активное продвижение через мидл. Там не мажет Флэйми. Электроник! Заливает здесь на 22 патрона и делает... Ну что, попытка быстро занять длину перфекта. Видит двоих. Ой-ой-ой. Как тетка работает под флешку. Забрал Мэджикса, но мир на размене. Ямыч. Смог. Опять же, не совсем понятно, почему смог. Лучше бы хаешечка была. Электрон в упоре. Справляется, бомба выпадает. Есть информация. Самдаянг делает минус. Да, как это произошло, Самдаянга. Я спрашивал. И тут же мне показали. Айдис Бэланс делает минус. Бумыч врывается. И команда Natus Vincere проигрывает этот раунд. Ой. Но это было лишнее. У Spirit полная оружейная закупка. На этот раз быстро выход на длину. Бумыч сбривает мира. При этом нет размена от команды Spirit. Серьезные проблемы у драконов. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ямыч не отпускает, чтобы без проблем преодолеть эту точку. Ну а так, Саш Симпл уже забирает Леню Чоппера. Выход на электроника. Получает он в голову, но при этом живет. Отличный выстрел уже от него. Откидывает смог под себя. Флешечка пошла. Сейчас будет врыв от электроника. Там его уже контролируют. Бомба устанавливается. Элик делает минус. И дисбаланс забирает. Понятно. Попытка упасть в КТ. Виктор погибает. Мэджик с фунте также падает от флейми. Дисбаланс. АВП. А вот здесь можно уходить на сейв. Вот смотри. Сейчас ситуация. Да. Хотя этот будет тащить. Знает, где находится еще один игрок. Ой-ой-ой! Юра, квадрокилл!
Он не попал в этот раз, боже! А как же это было близко, перфекто! Проигрывает этот раунд команда Na'Vi, ай-яй-яй! Выходы на центр карты, здесь перекрестный огонь у команды Na'Vi, Flame и Electronic. Будет ли врыв? Бумыч погибает, врыв от Элика. Что ты творишь, Электрон? Почему медлят спириты сейчас? Так, Молик в двери пошел, врыв от перфекта. Отдали. Просто, возможно, для себя плюсовый раунд. Мир пытается справить ситуацию. Нет. Действие дисбаланса плюс по морали. На, получите сразу же ответочку. Выход на длину. О котором я говорил, они тушат молотов и выходят. Симпл. Информация откидывает дым под себя. Вау. Ой-ой-ой. Вот это шот просто. Вакшот. Какая кавабаха залетела. Ну что, моменталка. И как будет работать перфекта? Кстати... Флешка будет ближняя или дальняя? Ближняя, перфекто! Всего-навсего один минус. Симпл постарается исправить ситуацию. Последний хэдшот. Нет. Так, сейчас бы пожить просто. Трипл килл от Симпла в конечном итоге. Сам Дэйан с трофейным АК-47. Врывается Флейми и перестреливает Дол. Все-таки Бумыч врывается в упор! Буквально в двух воткнул, но все-таки там дальше не пошло. Мэджикс делает два минуса. Отвечает Флейми, который с АВП. Нет, это был Симпл. Поджал вот уже лоб Бумыча. Три в Т-шке. Бумыч пытается загонять. Сам Дэйан забирает Бумыч. Это где-то произошло с базы Б. Да, как раз таки. Вот, а где смог в просвет? Нет этого смока. Проблемы могут быть здесь у Na'Vi. Флейми делает минус. Да, Флейми уже двоих забирает. Один получает голову и дисбаланс. Все-таки не сдается. Делает минус по Симплу. Но здесь уже на грани фола действует Мэджикс. У него в упоре в смоке оппоненты с гранатой. Мокс. Мэджикс! Как? Мир. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это беда. Может быть, для Спирит. Мир все-таки делает минусом. Дэйан забирает перфекта. Сгорает там Мир в конечном итоге. 3 в 3 ситуация. Na'Vi занимают Симпл. Все еще не вышел. Пошел экшен на длине. Мэджикс не справляется. И вот это ключевой минус. Да, это провал. Теперь два игрока находятся практически под прицелом сразу двух направлений атаки. Пешки. Увидел, попал. Отойти. А вот главное отойти. Врыв в никуда, брат. Мир, крути ногу, откидывает Молик. Получает молотов. И что? Сгорим? Ну... Это действительно... Мальчик, где твои родители? Ты потерялся? Мальчик, где твои родители? Но это мы не про Мир, вы не подумайте. Не-не, мы про... хлопает. Тут фанат команды Na'Vi. Фанбой. Да, Эдис Бэланс последний против двоих Na'Vi. Ай-яй-яй-яй-яй! Не выход на лонг, перфекто, немножко замешкался, слепой. Там видел он занятие ямы. Ну и теперь дальше второй волной начинает внедряться. Na'Vi! Тут отвечает Чоппер и Мэджикс. Есть по Борису информация, его жестко вырубает, подключается Эдис Бэланс. Делает минус 3 в 2, ситуация для Спирит в начале этого раунда. Да, здесь 2 на Б. Смог, в просвет не попал, сам Дайан на машине играет. Флейми! Вот это хэдшот сбривает Виктора! А Мир со спины не считается, опять 2 ВП на ретейке. Смогут ли они их реализовать? 15 секунд до конца, Мир выбивает бомбу, Симпл за иксом. Я бы с ним не шутил, этот парень сейчас может взять этот матчпоинт! Один в один, Мир, Симпл, Симпл! Точка от величайшего! Боже. Команда Natus Vincere выигрывает этот финал со счетом 2-0, с чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Ну и Спирит, честно, честно, большие молодцы, красавцы, отличная дистанция, отличная игра и великолепная в целом, да, великолепный перформанс от них. Первое место на первом РМРе и второе место на втором РМРе. Я не знаю, что может быть лучше. То есть это небольшая такая, да, не самая длинная дистанция, но при этом она с точки зрения результата максимально приятная для драконов.